Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами бусы и колье от компании Vega из натуральных камней. Все уже доступно для заказа на нашей виртуальной витрине. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Пишите, куда вам удобно. Ссылочки все, если пропустили для заказа, все внизу под видео. Ссылочки и телефоны. Напоминаю, что смотрим мы Вегу. Это у нас питерское серебро. Колье идут с серебряными замочками 925 пробы. Остальная фурнитура, вот эти вот бусинки, это гипоаллергенная медицинская сталь. Кольешки, учитывайте, из натуральных камней все, поэтому они достаточно весомые, все практически за 100 грамм, а то и под 200. Так что, конечно, рассчитывайте возможности своей шейки, чтобы вы это все могли на себе носить. Так, первый колье у нас артикул 810-1, цена у него 3000, здесь просто агат, разноцветный агат. Здесь и голубоватый, и сероватый, в общем, всей красоты, какой он может быть. Смотрите, немножко коричневый, вес 168 грамм. Такая весомая штучка, но очень-очень все красиво. Бусины крупные, здесь порядка, наверное, 16-17 миллиметров. Большие бусы, тяжеленькие, агат, конечно, шикарнейший. Далее прям подряд, не буду делить ни по какой цветовой гамме. Вот такие бусы с ракушкой. Натуральная ракушечка. Это колье 810-3. Цена у него также 3000. Здесь у нас агат. Здесь у нас яшмочки. Здесь у нас ракушечка. Жемчуг майорка. Немножко художественного стекла. И вот деревянные вставочки. Это все натуральные ракушечки. Немножко, конечно, обточены они, чтобы были более гладкими. Майорки, агаты, черный, тут вот полосатенький. Здесь вот это тоже агатики, майорки, шарик лазурита. Не все камушки указаны на этикетке. Тоже вот такая шикарная яшма. Крупная еще одна ракушка. А, по длине забыла. Длина 70 сантиметров. Колье, в принципе, все достаточно длинные. Из них можно еще себе выкружить на серьги, а некоторых даже и на браслет хватит, если сделать покороче. Ну и у кого, конечно, ручки золотые. Следующее. Изумрудные оттенки зелени. Тоже такое эко-колье. Здесь с деревяшечками. Артикул 810-4. Цена у него 3000. Основные идут хризопразы, тигровый глаз, дерево. Вес 116, примерно, здесь тоже 70 сантиметров. Причем хризопраз, здесь еще идет и вот этот. Вот эти вот камушки крупные, это тоже хризопразики. И вот эти вот все зелененькие, это у нас хризопразы разного оттенка. Тигровые глазки. Это под одулярчики художественные стеклышки. И деревянных тут немножечко вставочек. Очень приятное колье. Такое зелено-коричневое. Ярко смотрится. Прям такая зелень. Далее кораллы. Самая тоненькая маленькая ниточка осталась. Вот такая безумно яркая. Очень яркий алый коралл. Тут, повторюсь, через идет бусинки. Это у нас медицинская сталь. Артикул 802-1. Цена 2050 рублей. Здесь 45 сантиметров ниточка. Вот такая. Это самые тоненькие. Очень красивые. Очень все ярко. Веги колье, конечно, как всегда, великолепны. Смотрите, какой, например, с барочным натуральным жемчугом.
Артикул 809-3. Цена у него 2800. Длина здесь 55 сантиметров. Здесь серый агат. Барочные жемчужинки все натуральные. И жемчуг Майорка. Все достаточно такое простое. Вот они, жемчужинки барочные разной формы. Серые агаты. Мелкие — это Майорка идет, серебристая, белая. И вот так все. Здесь агат, Майорка и жемчуг. Нежный цвет такой, в серовато-белом цвете. Жемчужинка, смотрите, какая красивая. Вот такое вот колье. Далее немножко поярче пойдет. Вот такое колье с кораллом. Здесь у нас коралл. Красные крупные все. Сердолик идет. Вставочки деревянные. И тоже идет хризопрас. Это которые зелененькие. А здесь все в перемешку. Тут и сердолик. Тут попадается авантюрин мелкий, крошка. И коральчики тоже. Хризопразы. Вот такое все подряд. Артикул 808-4. Цена 2720. Длина 53 сантиметра. Такое тоже яркое осеннее. Смотрите, оранжевые, красные, коричневые и зеленые. Все цвета. Великолепное колье. Так, хочется чего-нибудь нежненького. Любимые розовые, сиреневые, пастельные оттенки. Артикул 808-3. Цена 2720. Длина у него 60 сантиметров. Основные вот эти тут аметисты. Здесь у нас натуральный перламутр. Вот эти вот все вставочки. Плюсом розовый кварц и Майорка. Ну вот давайте от больших. Это у нас аметисты. Смотрите, какие шикарные. Крупная — это у нас Майорка идет. Здесь перламутр, целиковые кусочки. Аметисты, розовый кварц. Майорка, перламутр, аметисты, розовый кварц, бусинки под адулярчики. Кварца много, перламутры. И, конечно, шикарнейшие аметисты крупные. Следующее. Тоже с барочным жемчугом. Здесь агат также серенький. Жемчуг Майорка. Жемчуг барочный. Здесь его немножко. Вот это вот. Вот эти жемчужинки идут барочной формы. Артикул 805-2. Так, не указано. Длина 55 сантиметров. Благородная тоже ниточка. Цвет очень красивый. Агаты, смотрите, какие серенькие все. Вега умеет подбирать, конечно, вот такие все украшения. Прям нитки собраны идеально. Так, коралл рябиновый. Осталась одна нитка, достаточно крупная. Артикул 802-2. Цена у нее 2090. Длина 48 сантиметров. Кораллы ягодные, рябинового оттенка. Шик, смотрите, как все смотрится. Потрясающе. Далее. Сердолик с барочным жемчугом. Шикарнейшая нитка, тоже подобрана. Очень красиво смотрится. Сейчас я... Артикул 809-2, цена у него 2800, длина 65 сантиметров. Здесь у нас агат клубничный идет, вот эти вот вставочки. Агат идет коричневатый, вот такой полосатенький. Здесь сердолик, крупные в основном все. Так, и жемчужинки барочные, вот эти вот мелкие. Вот это идет крупная жемчужинка. И тут немножко Майорки попадается. Давайте с краешку, так проще. Агаты клубничные. Это все. Это Майорка. Пошел сердолик. Агаты клубничные. Агаты коричневые. Жемчужинки длинные, барочные. Сердолик.
прошу прощения, агаты. Опять пошел жемчуг натуральной агаты. И вот так, собственно, вся вот ниточка. Очень интересное сочетание оттенков и, в принципе, камней. Достаточно необычно, но вот тем, собственно, и интересно. Так, турмалины. Турмалины, конечно, в разы дороже, но на то они и турмалины. Вот такая вот крупная нить. Турмалинов, по-моему, на витрине нет, так что сразу пишите Viber, WhatsApp. Артикул 812. Цена у нее 3720 у этой ниточки. Длина 62 сантиметра. Здесь у нас агаты, аметисты и турмалин. Ну, агаты в основном темные. Давайте пойдем поедем. Агаты пошли черные. Тут аметист. Тут агаты зеленоватые. Тут вот, мне кажется, еще яшмочка. Хотя по ней не написано. Опять черный агат. Тут пошли уже турмалины. Агаты. Аметисты граненые. Турмалины, агаты. Агаты. Аметисты. Здесь мелкая крошечка, это все турмалины разных цветов. Черный агат, крупный аметист. И вот здесь перемешку пошли турмалины, агаты, аметист. Цвет достаточно темный. Но тут, я так понимаю, все подбиралось в основном под турмалиновые вот эти вот вставочки. Достаточно, чтобы был такой темный оттенок. Бусы асимметричные, но уж очень хороши. Турмалины всех-всех цветов. Аквамарин. Девочки, последнее колье. И колье, в принципе, пока до выставки больше не привезем. В следующий раз только на выставку. Это уже будет начало ноября, пока мы все это приедет. Артикул 812-1. Цена 3600. Длина 60 сантиметров. Основной все идет аквамарин натуральный. Жемчуг Майорка, ну вот эти вот вставочки. И серый здесь, вот эти вставочки, это агат. Жемчуг один барочной формы. Вот эти крупные куски тоже все аквамарин. Потрясающий. Вот такая нитка. Ну тут уже что скажешь, здесь все вот. Все внимание на аквамарин. Немножко, конечно, разбавили жемчужинками, агатами и майоркой. Но в основном это вот все. Все дело в аквамарине. Очень красивый цвет. Повторюсь, вообще колье с аквамарином последнее. Даже уже и бус не осталось. Так, вот такая ниточка опять зеленый пошли. Артикул 809-5. Цена у нее 2000. Длина 58 сантиметров. Здесь агаты, хризопрас и дерево. Все кусочки крупные. Все очень красиво. Все такое, если можно сказать, пейзажное. Смотрите, каждый кусочек прям бери и рассматривай. Хризопразы потрясающие. Деревянные кусочки. Агаты. Хризопразы. Деревяшечки, все практически, смотрите, обработано по минимуму, только чтобы вот, как говорится, шейку не царапать. И с другой стороны тоже самое. Смотрите, какая красота. Вот могут же люди, смотрите, как все тщательно подобрано. Колье все равно смотрится несколько асимметрично, хотя начало начинает более-менее одинаково. Здесь потом все равно такое вот все разнопланное. Вот этот кусочек очень красивый. Так, розовенького. Розовенького добавим. Вот такое колье. Прям розовый цвет. Артикул 807-3. Цена у него 2560. Длина 63 сантиметра. Здесь аметисты крупные. Перламутровые, опять же, вставочки и розовый кварц. Ну, тут майорка, художественное стекло. Это уже, как всегда. Розовый кварц пошел от мелких. Вот они, разных цветов. Вот это вот художественные стеклышки. Вот эти вот бусинки тоже. Дальше майорка, розовый кварц, аметисты, художественные стеклышки под адулярчик с иризацией.
майорки, аметистовые шарики в перламутре, крупный перламутр, прям волшебный. Ну и дальше тут уже в разнобой. Художественный кварц, аметисты, розовый кварц. Здесь где-то погуще, он где-то потемнее, видите, совсем матовый. Аметисты, майорки. Майорка, перламутр, аметист. Аметист, розовый кварц. Вот такие нежнейшие бусечки. Так, самый крупный коралл. Остался тоже, знаете, он такого оттенка и не рябиновый, и не красный, даже вот не передать. Еще он такой немножко с темными включениями. Колье 809-1, цена 2870, длина 55 сантиметров. Тяжелый, 150 грамм с лишним. Вот такая красота. Кораллы прям такие достаточно полосатенькие. Тут видно всю структуру. Немножко темненькие по краешкам. Диски крупные, большие. Вот это самые-самые большие сейчас бусики остались. Ну, прям полный шик. Очень крутые, но тяжеленькие, учитывая. 150 грамм на шее носить, это вам не для слабеньких, так скажем. Так, еще одна приятная зелень. Что у нас за колье? Артикул 809-4, цена 2870, длина 63 сантиметра. Пейзажные агатики, цитринчики все желтенькие. Так, не агатики, пейзажные, здесь яшмы пейзажные, прошу прощения, агатики пошли вот здесь. Зеленые и такие болотные. И раухтопазики попадаются. Уже заговариваюсь. Так. Деревяшечки, мне кажется. Да, еще вставочки деревяшечек. Пошли агатики. Зелененькие. Тут немножко такие серенькие, зелененькие. Вот эти у нас шарички пошел. Раух топаз. Агаты цитрины. Агаты зеленые, глубокие. Агаты полосатенькие. Агаты болотные. Цитрины. Так, это у нас уже, наверное, яшма пошла, видите, с таким этим включением. Цитрин, раух, топаз, агат. Вставочка деревянная. Это агат, цитрин, деревяшечка. И вот она, да, яшмочка. Шикарнейшая яшма. Смотрите, какой потрясающий изумрудный цвет. Очень приятные тоже оттеночки. Так, турмалин. Самое, наверное, дорогое на сегодня колье. Здесь идут тоже аметисты, агаты и турмалин, как и в предыдущем. Здесь больше турмалина. Артикул 819, цена у него 8370, длина 59 сантиметров. Вес чуть более 100. Вот эта вся крошка, щеточка, все идут турмалины. Всех-всех цветов, не знаю каких тут, вот только нету. Пошли крупные аметисты. Черный агат, турмалин, черный агат, аметисты. Тут турмалины, аметисты. И пошли вот эти шарички, тоже турмалины. Здесь аметист, черный агат. Ну и в общем так по порядочку. Аметисты, черный агат, аметисты, черный агат, турмалинчики. Вот такое шикардосное колье. Девочки, дорого, но турмалин дорогой, а здесь он достаточно весь крупный. И вот, вот в этих галтовках и шарики тоже все турмалиновые. Такие прилично крупненькие. Поэтому, конечно, цена соответствует качеству. Очень красивое турмалиновое колье. Прям для любителей. Так, что-нибудь вот такое хочется. Артикул 803-1, цена 2170, длина 60 сантиметров. Много агата, видно уже и серенькие, и потемнее полосатенькие, сердолик тоже все видим. Яшма, вот она пошла, тоже всех цветов, скорее всего, прям такая, какая она, уральская. Майорочка попалась. Опять же, все дело в цвете, смотрите. И яшмочки, и сердолики, и агаты разные.
И опять пошли все яшмочки. Очень красиво. Это все рисунок. Это не сколы. Это прям все в рисунке. Ой, сердолики агаты. Уже сама яшма великолепная. Майорка, яшма, сердолик. Очень мне нравится вот это колье. Уж не знаю почему. Оно прям вот такое ощущение, что к любому наряду подойдет. Цвета так хорошо сбалансированы. И цвета прям не яркие. Даже сердолик не очень яркий. Прям приглушенный немножечко. Далее. Амазонит. Тоже с амазонитом. Последнее колье. Артикул 811-1. Цена у него 3300. Крупные вот это все амазониты идут. Агаты серенькие вот такие. Вот такие серенькие. Художественное стекло, майорка, деревяшечки. Длина 55 сантиметров. Плюс натуральный гелиотис. Ну, давайте от маленьких. Серые агаты, художественные стеклышки. Агаты серые полосатенькие. Майорка. Здесь тоже агаты, деревяшечки. Агат серый, майорка. Амазонит, деревяшечка. Агат, амазониты. Гелиотис кусочками собран вот в такую бусинку. Здесь тоже вставочка перламутра в дереве. Художественное стеклышко, гелиотис, агат. И вот тоже крупные шикарные амазониты. Такой вот морской немножечко. Так, что мы еще? Что мы еще? Чароид давайте глянем. Чароид тоже, наверное, тоже последний. Все практически последнее уже. Коллекция летняя была. Летняя-осенняя. Поэтому сейчас будем в зиму ждать зимнюю. Чароид. Артикул 810-2. Цена у него 300. Длина 60 сантиметров. Основный чароид. Раух, топаз, яшма. Плюсом тут еще майорка. Так. Вставочки мелкие прям пошли. Яшма, майорка, яшма, яшма, мукаид. Раух, топазы. Здесь аметисты, по-моему, не заявлены. Вот это аметисты. Яшма. Господи, раух, топаз. Все уже аметисты. Яшма. И пошли шикарнейшие чароиты. Смотрите, какой шик. И они все вот разными кусочками. Так, это у нас тоже яшма, раух, топаз, майорка, вот аметист еще один, раух, топаз, яшма, и вот тоже три кусочка, это все чароиты, натуральный чароид. Смотрите, какой красоты, каждый кусочек великолепно. Так, еще давайте одну нежненькую и закончим, наверное, жемчугом. Вот такая нежнятина. Артикул 807-1. Цена 2560. Длина 58 сантиметров. Основной цитринчик. Его видно желтенькие. Розового кварца много. Жемчуг майорка. Вот этот не написан. Сейчас посмотрим. Так. Ну здесь у нас агаты достаточно светлые. Пошел кварц. Вот это вот светленький кварц. Как бы даже не волосатик. Нет, наверное, все-таки не волосатик. Просто немножко там такая кристаллическая структура. Кристаллики видно. Кварц светленький. Дальше розовый. Дальше цитрины. Это что-то у нас какие-то агаты. Немножко с эффектом кошачьего хотелось бы. Но нет, обычненькие. Так, розовый кварц, обычный кварц, это вот прям напоминает какой-то очень светлый хризопрас. Майорка, кварц, хотя я думаю, это тоже кварц. Вот это нефритовый кварц, девочки. Вот это у нас нефритовый кварц пошел. Розовый кварц, разных, видите, оттеночков. Тоже кварц, вот такой вот, собственно, колье. Очень нравится сам оттенок
Очень нежненький, опять же, под любое какое-то нежное платьице или костюм. Так, выдохнули. И заключительное. Вот такое шикарное колье. Тут у нас гелиотис, тут у нас жемчуг натуральной барочной формы. И агаты разных цветов, плюсом майорка еще добавочку. Артикул 806-2, цена 2480, длина 55 сантиметров. Уже я охрипла. Агаты серенькие, граненые, майорка, агаты разных цветов, серый, полосатый, зеленоватый, майорка, агаты, 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 агаты. Пошли крупные жемчужинки барочной формы, майорка, агаты, гелиотисовые вставочки под ювелирной смолой, судя по всему, вот такие переливашечки. Ох, красота, смотрите, какая. О, как игрушечки. И тут между агатом и майоркой очень много вот таких вот барочных всяких длинненьких жемчужинок. Все. Выбирайте на витринке. Там, кроме турмалиновых, есть все колье, поэтому можете заказывать сразу там. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках, Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Зен, куда вам удобно, пишите. Напоминаю, что отсылаем мы в любую страну. Данные, если вы пропустили, для заказа все внизу есть под видео. А я напоминаю, что смотрели мы с вами летне-осеннюю коллекцию от компании Vega. Кольешек не будет до ноября точно. Там посмотрим, что будет по коллекции. Будем рады, если вы подпишетесь на канал. Тем более, вам тогда будут приходить оповещения, что вышло наше новое замечательное видео. И будем рады вашим комментариям. Всегда готовы поболтать на тему украшений, а также всего остального. Надеюсь, вам все понравилось. Я вам желаю приятного дня, хороших выходных. Всем пока-пока.